А вы в автобусе ехали, да? Я в автобусе. Я стоял как раз вот здесь вот впереди. А вообще саму видели эту? Конечно. Он перешел оттуда, встал на рельсы, пропустил одну машину, а потом прыгнул под автобус. Автобус начал приезжать. Ну, естественно, вот он результат. Ну, судя по рассказу водителя, я так и не понял. Это парень нечаянно попал под автобус или самоубийство? Скорее всего, специально. Ну, сами посудите. Не видев автобус, тут его не заметить. Он большой и желтый, так же? Так. И знать, что он его не успеет перебежать дорогу тоже. Вы видите, он ударил его тем углом. Естественно, специально, как по мне. А скорая быстро приехала? Ну да, в принципе, минут пять. Только чехлились потом. Да, только чехлились долго. В смысле? Ну, пока один за одним ходят, пока носилки возьмут, пока то, пока все. Ваше имя? Владимир.